Временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков в телеграм-канале сообщил, что вчера в 23:45 по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провели учебную тренировку вместе с профильными департаментами, пожарными службами, ОМВД по городу Самаре и несколькими УК. По легенде, вышел из строя насос в котельной в Советском районе. Отработали каждый по своему профилю, начиная от ликвидации последствий и заканчивая охраной порядка, обеспечением питания и информированием жителей. Все справились, на вопросы отвечали четко, свои задачи решали на должном уровне. Оперативно и слажено. Глава Кировского района Игорь Рудаков проведет прямую линию с жителями. Об этом он сообщает в телеграм-канале администрации. Глава района обсудит все волнующие вопросы и темы. Вопросы можно задать по ссылке, указанной на экране. Также будет возможность задать вопросы в формате реальной беседы. Присоединиться к эфиру можно 4 декабря в 12 часов. Развитие института семьи, защита прав каждого ребенка и всесторонняя поддержка – важнейшие приоритетные направления работы Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. В городе реализуется множество социальных проектов, благодаря которым улучшаются условия жизни и благополучия семей нашего города. Сориентироваться в мирогосударственной помощи, узнать о льготах, выплатах и пособиях поможет справочник, выпущенный в 2024 году. Ответы на вопросы, возникающие в различных жизненных ситуациях, а также адреса и телефоны учреждений, в которых можно получить помощь, доступны и в электронном виде по ссылке в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки.